Сейчас я покажу, как производится замер пусковых токов с помощью прибора токовых клещей многофункциональный FLIR CM83. Итак, переводим прибор в режим измерения тока. Переменный ток. Переключаем его в функцию. Так, подсветочку включу. Вот у него функция измерения пускового тока. Собственно, вешаем на провод и ждем, когда запустится винт-установка. Прогрев идет. Видишь, что ж такое? Температура наружная. Мало. Для обратной воды. Да, он до 45 градусов может его и не пустить даже сейчас. Струйки. Сейчас я ему немножко помогу запуститься. Да, ты обратная прогрев, он его не догреет никогда до этого значения. Потом сделаем вот так. Сейчас будет произведен пуск. Пошли открываться жалюзи. Бесконтактный детектор напряжения реагирует на высоковольтные импульсы. Здесь установлены средства защиты от грызунов. Он периодически подмигивает. Так, жалюзи у нас 90 секунд, если не ошибаюсь, открываются. Ну, показываю в работе, то есть целенаправленные стенды под эти вещи не собираю. Я не продажник, чтобы демонстрировать все быстро и красиво, поэтому наберитесь терпения. Жалюзи открываются, 90 секунд. Вот. Запустился двигатель. И мы получили значение пускового тока 12,76 ампера. Значит, здесь автомат защиты двигателя стоит от 2,5 до 4 ампер. Двигатель... Если я не ошибаюсь, говоря, уже не помню, какой здесь двигатель стоит. Сейчас можно пройтись посмотреть. Здесь записано. P6 установка. Ну вот написано рабочий ток 2,7 ампера двигателя. Это можно глянуть в документах. Значит, в документах ФОК P6 1,1 киловатта. Ну, сейчас померим его рабочий ток. Так, отключим мы режим. Да, 3,07 рабочий ток двигателя. Это по одной фазе. Проверим симметрию. Так, стоп. Три и один приблизительно. Конечно. Приблизительно вот так вот в режиме работает двигатель. Доверять, что там 2,7 ампера не стоит, потому что двигатель мог быть заменен. На заборе тоже много чего пишет. Работайте быстро, качественно и удобно. Счастливо!